Пап, а вот познакомился с девушкой, что дальше-то делать? Ну, это как повезет, сынок. Вообще, если она решит, что ты принц на белом коне, то можно уже ничего не делать. Она сама все сделает. Юр, ты лампочки купил? Тогда лучше сразу бежать. А если она тебе нравится, то что ж бежать-то? Юр, вечером в магазин надо съездить, ты помнишь? Ну, если нравится, тогда запоминай. Во-первых, у женщин нет логики. Такую головоломку никогда не решить. Ага, еще чего? Еще? Никогда не давай смотреть сериалы, а то от телевизора не оттащишь. Юр, ну где ты там? У меня сушилка что-то не сушит. И самое главное, первым делом покажи ей, кто в доме хозяин. Потому что если ты сразу этого не сделаешь, то потом уже поздно будет. Понял. А для всех женщин это надо запоминать? Конечно, для всех. Господи, тебя не дозовешься. Дай вам волю, вообще телевизор не выключай. Что это у вас? Вот и вся. Так, ты марш уроки делать, а ты марш в магазин. А мама, сынок, это мама. Быстро.